Здравствуйте. Я играю в спектакле «Путешествие». Меня самого зовут Витя, а по спектаклю я играю мальчика Кешу. Мой герой заболел раком, и, так сказать, главный герой пытается мне помочь. Самому не спектакль, это мой первый, так сказать, такой самый спектакль, который серьезный, более-менее. Я еще... Спектакль будет хороший и... Кеша, тебе пора. Побежал. Пока, увидимся.